большая честь находиться на этой сцене в год матери и отца, объявленной главой республики Игнатием Михайловым Васильевичем. Так как в этом зале царит атмосфера доброты, красоты, и источником этой красоты и доброты являетесь вы, дорогие и милые наши женщины. И очень правильно сегодня было сказано, что вы являетесь главным капиталом нашей республики. Вы являетесь основой и фундаментом нашего настоящего и будущего, нашей республики, Российской Федерации, да и человечества в целом. И поэтому все мы, глядя на вас, хотим лишь одного. Дай Бог нам силы и мудрости, чтобы быть достойными вас, вашего внимания, уважения и, конечно, любви. И позвольте мне сегодня от имени Государственного Совета Чувашской Республики, от имени регионального отделения партии «Единая Россия», от всех отцов, Виктора Владимира Николаевича нету, я возьму на себя смелость, и от Министерства культуры, Константин Геннадьевич, он уже не взойдет на эту сцену. Пожелать всем вам доброты, счастья, мира и, конечно, большого человеческого женского счастья. Берегите себя и знайте, что мы рядом с вами, и все, что в наших силах, это ради вас, во имя вас. Я всегда говорю, мы готовы и на подвиги, иногда на безумные поступки. Так, Константин Геннадьевич? Спасибо вам за всю эту информацию. Берегите себя.